Несмотря на дождливую погоду, 12 октября в парке культуры, спорта и отдыха было очень многолюдно. Здесь прошло сразу три спортивных события. Открыли программу дня ежегодные детские соревнования «Вело Одинцово». Участники 2010 года рождения и младше преодолевали заезды на велосипедах и беговелах. Самым юным спортсменам всего по 2 года. С поддержкой родителей и публики они, пусть пока еще не очень уверенно, но азартно мчались вперед. 3, 2, 1! Между основными этапами соревнований состоялись мотивационные заезды лыжероллеров-любителей разных возрастов, а затем стартовал второй блок соревнований. Третий этап летнего кубка «Спортвектор», на котором лыжероллерам-профессионалам предстояло преодолеть на время 4 дистанции со специальными препятствиями. Основная цель проведения мероприятия – это популяризация лыжероллерного спорта, который сейчас относится к лыжным гонкам и является таким дополнением к лыжным гонкам. И хотелось бы, чтобы он был отдельным видом и привлекал все больше внимания. Финальное награждение Кубка «Спортвектор» организаторы проведут 27 октября. Победителей и призеров в 6 женских и 6 мужских категориях ждут кубки, денежные премии и призы партнеров. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».